Всем привет, с вами канал EDT, и я Слов. Сегодня я вам хочу показать, как нужно играть за VR-ку, если вы хотите раскачаться в кэрри. Качать VR-ку в кэрри нужно, когда в вашей тиме нету кэрри, или у вас большой прирост голде. В данной игре за VR я пошел на мид, а значит у меня будет большой прирост голде. Скилл билд. Виндран позволит избежать смерти или догнать соперника, а Powershot сделает наш лайн легким для фарма, так как мы будем постоянно напрягать им противника. Затем мы качаем Шокл, что позволит нам также избежать смерти или сделать ФБ, привязать противника к союзному крипу. Айтем билд. Айтем билд за ВР-ку выглядит так. Самым главным и важным, на мой взгляд, артефактом за ВР-ку в кэрри считается Дизоль. Он помогает за месси выносить очень толстых танков, и ВР-ка становится бешеным дамагером. А дальше в качестве ботинка я покупаю ПТ, и с помощью него можно в замесах также его переключать на инту, ловкость, силу, что позволяет юзать скиллы и уходить от разных способностей. Также за ВР-ку я покупаю форстав, чтобы уходить от всяких станов, там РП, ультов и т.д. Самое главное в замесе за ВР это найти свое место, там, встать позади всех или рядом, чтобы вас никто не трогал и не дамажил, и наносить кучу дамага. Также за ВР-ку в кэрри очень хорошо смотрятся криты, они также наносят много урона и с ультой отлично стакают. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, а также заглядывайте на каналы наших друзей, там тоже очень интересно.